Может ли многотонный экскаватор закрыть спичечный коробок или нарезать арбуз? Оказывается, может, если за его рычагами находится экскаваторщик государственного унитарного предприятия «Мособлгаз». До начала торжества рядом с волейбольным центром и в его фойе развернулись демонстрационные площадки, на которых газовщики показывали секреты своего мастерства. А самые юные гости праздника могли лично поучаствовать в проектировании газопровода или попробовать себя в других увлекательных качествах. Так, «Мособлгаз», одна из крупнейших газораспределительных компаний России, готовит достойную смену. Именно такой подход позволяет быть лидером отрасли по использованию передовых технологий. Несмотря на то, что «Мособлгаз» одна из самых старых компаний, она динамично развивается, как и отрасль меняется, и во многом то, что происходит в отрасли, определяется «Мособлгазом». «Мособлгаз» является носителем лучших практик, и во все дорожные карты, которые разрабатываются на федеральном уровне, заложен как раз тот опыт, который наработан «Мособлгазом», и он используется как кузница идей, и это не может нас не радовать. Вместе с министром энергетики своих подчиненных уже со сцены поздравляет генеральный директор компании Дмитрий Голубков. Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина подчеркивает социальную ориентированность предприятия. Я хочу сказать истинные слова благодарности вашему руководству. Наверное, это одна из компаний, которая такое внимание уделяет семье, детям. И я хочу сказать вам за это огромное спасибо. Не только как мама, но и как просто женщина. И мне хочется вам также пожелать самых обыкновенных земных пожеланий, тепла, благополучия, понимания в семьях. Среди почетных гостей представители Национального агентства контроля сварки. Они поздравляют газовщиков не только с профессиональным праздником. В 2017 году сварщик «Мособлгаза» был признан лучшим в России, а затем в составе национальной сборной победил на мировом первенстве в Шанхае. Точную копию кубка вручают Дмитрию Голубкову, как руководителю компании, где растят замечательных специалистов. Наши работники гордятся тем, что они работают в «Мособлгазе», гордятся тем, что они работают в московском регионе. И Московская область у нас один из самых динамично развивающихся регионов в стране. И газовики без работы не остались. У нас самый большой прирост по стране по протяженности газопроводов, по количеству подключений, по многим другим параметрам. И в этом смысле очень важно помнить о той миссии, которая лежит на плечах газовиков. Это давать людям тепло, поставлять его на котельные, поставлять его в дома. Миссия эта для России с ее непростым климатом является жизненно важной. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».